В новом городе открыли памятник авиаконструктору Виктору Толмачеву. Памятный камень заложили в новом 10-м строительном микрорайоне малоэтажной застройки вблизи одноименной улицы. Постановление о присвоении улицы имени Толмачева подписал глава города Сергей Панчин в конце июля. Вы знаете, мы себя позиционируем как родина талантов. И вот благодаря таким, как Виктор Ильич, мы подтверждаем это хорошими, яркими примерами жизни. Конечно, мы гордимся, что Виктор Ильич здесь жил, здесь трудился, здесь создавал эти замечательные самолеты. Виктор Толмачев – советский авиаконструктор, создатель самолета Ан-124 «Руслан». Именно «Руслан» считался самым большим грузовым серийным воздушным судном в мире. С 1971 года Толмачев был ведущим конструктором проекта Ан-124, а в 1985 году – главным конструктором и его производной – шестидвигательного Ан-225 «Мрия». Отец вложил всю свою жизнь в развитие авиации. Вот, развитие уникальных авиационных проектов. И, конечно, мне приятно, что его вклад в это дело настолько высоко оценен. Не у всех есть отцы, именем которых называют улицу. Также принимал участие в разработке и создании практически всех самолетов под маркой «Антонов» и их модификаций. С 1991 года Толмачев являлся техническим директором авиакомпании «Волга-Днепр». Анна Тищенко, новости Ул-Правда ТВ.